Всем привет, уважаемые зрители и подписчики моих трех каналов, а именно YouTube, Рутуб, Дзен. Всех, собственно, я приветствую. Перед началом ролика я хотел бы вам, как обычно, рассказать, что в моей группе ВКонтакте замечательный проходит вот такой вот конкурс. Вот 7 минут назад запустил буквально. С прошлого конкурса довольно-таки много прошло, но я, в принципе, рассказывал, почему его нет. В общем-то, ссылочка на мою группу ВКонтакте есть в описании под этим роликом. Обязательно на нее подписывайтесь и никогда в жизни не отписывайтесь, потому что у нас конкурсы, они 99%, что на постоянной основе проходят. То есть всегда у нас висит в закрепе какой-то конкурс. То есть самая первая запись у нас конкурс по дефолту обычно. В общем-то, залетайте, участвуйте. Народу участвует довольно-таки мало, шансы поэтому выиграть очень большие. Всем я желаю удачи и желаю приятного просмотра. Лучший дешевый буст CSGO, конкурсы на скины CSGO и раздача ключей на игры, стримы по CSGO и различным другим играм. Если тебе это все интересно, залетай на мой YouTube канал или же на мой Twitch канал. В этом видеоролике я хочу сделать обзорчик на новогодний бестселлер. А именно, чипсы Lay's со вкусом красной икры в новой упаковочке. Поскольку красная икра Lay's уже выходила, она уже была, так скажем, в магазинах и в том году, и в позапрошлом году, но у нее была другая упаковка. Собственно, старенькую упаковку я покажу, скорее всего, в конце ролика, чтобы вас там не утомлять, некоторых зрителей, которым может не нравится смотреть. Кто хочет посмотреть старую упаковку, видеообзоры спокойно найдете в интернете. И в конце, собственно, покажу ролик сам. Также я видел, что вышел новый вкус у Lay's, а именно Lay's нежный сыр с трюфелем. Я также снял уже видео, но не обзор на этот Lay's нежный сыр с трюфелем, но могу показать, в принципе, упаковку. Вот так она выглядит, немного плохое качество, но видео сами сможете что посмотреть. Вот оно называется вот таким вот образом, новинка Lay's, вот само видео. Вдруг кому будет интересно. Я сыр, к сожалению, не люблю. Так бы с кайфом сделал бы обзор на нее, на новую упаковку Lay's. Но сыр я прям не люблю. Поэтому извиняйте, без обзора на новую упаковку. Собственно, у нас есть зато новая упаковка Lay's красная икра вкус. Такая вот красненькая упаковка. Почему она была белая, хрен его знает. Немного не подходит под продукт, так скажем, цвет продукта. Обычно там какие упаковки? Зеленые, там, не знаю, желтая с солью, типа прям золотистый цвет. Зеленый лук, зеленая. А тут белая упаковка была непонятна. Новогодний бестселлер, судя по всему, сразу написали, типа, самый продаваемый такой в Новый год. Готовится уже, кстати говоря, к Новому году, хотя сейчас 10 октября 2023 год. До Нового года еще, грубо говоря, 2 месяца. Ну, имеется в виду к зиме, я имел в виду 2 месяца, а так если к Новому году прям, то где-то месяца 3 как раз. Почти что получается. Собственно, тебя будем пробовать. Пока чуть не забыл видео в конце покажу. Так, упаковка 120 грамм. Стоит эта упаковка, если не ошибаюсь, 140 рублей. Ну да. Что тут есть интересного? В принципе, новогодняя красная упаковочка. Очень красивая, мне понравилась. Сразу в глаза прям бросается среди других чипсов. Красивая упаковка, новогодняя. Вот все, что могу сказать про эту упаковку. Мне она нравится. Если мое мнение хотите услышать, я его, в принципе, озвучиваю, мне все равно, то, в принципе, она красивая, мне по кайфу такая заходит. Так вот, задняя упаковка также не отличается, в принципе, такая же обычная упаковка. Только отборный картофель используется для приготовления Lay's. 100% натуральный картофель нарезанный. Брендом PepsiCo владеет Lay's. Да, не Coca-Cola, а Pepsi. Поэтому, собственно, они вроде как с рынка не уходили российского. Поэтому они спокойно производят, выпускают новинки.
на русском языке все как надо. Потому что я нашел превьюшку для этого, ну, вот эту упаковку чипсов в узбекистанском Вайлдберрисе. Прикиньте, но если я ничего не путаю, то узбекистанский, по идее. Суммы, ну, суммы, да. Сумма, типа, валюта в Узбекистане. По идее, он... Все, давайте открывать, пробовать эту новую упаковку. Ароматненький запах такой чипсов, картошки. Погрузитесь, погрузитесь в этот вкус, в эти чипсы. Покрыт он, в принципе, таким, как у краба, посыпкой. Специями. Такой красноватенький. Красная икра очень хорошо чувствуется. Если делать выводы из других вкусов чипсов, на которые у меня были обзоры, как минимум Natural Potato Chips Bruto, потому что сам лично я икру не пробовал в своей жизни. Или пробовал, я ее потом выглянул, что ли? Не помню. А так чипсы реально с красной икрой. Напоминает еще немного масла. Вкус масла. Вкус какого-то такого масла, сыра, именно если про напоминание говорить, мне напомнило это. Сыр, масло, такие вкусы, которые я не люблю прям. Вкус как будто стал насыщеннее. Либо же я настолько голодный, что вкус ощущается прям таким насыщенным. Я просто еще ничего не ел, а прошло время, если что. 7 часов прошло. Ну ладно, один чокопай съел. Вот такой 30 грамм маленький. Обзор на канале будет на него. Скакал. По жесткости вроде такие же чипсы, как обычно. Кстати говоря, интересный факт. Обзор на красную икру, вот эту вот, белую упаковку Lay's, 18 октября было. Почти опять попал я в ту дату ровно год назад. Ну и 8 дней. Потому что сегодня 10, а обзор был 18 октября. Я так чисто, к слову. У меня просто бывает такое, что я прям попад с датами делаю обзоры. У меня вот, например, год назад на старую упаковку или на... Энергетик какой-то был обзор, или на чипсы. Я, например, делаю переобзор. И попадаю в ту же дату, только спустя ровно год. Сам не хотя этого. Меня это как будто преследует. Угу. Так, ну чё? Новогодний бестселлер. В принципе, все четко, все вкусно. Меня все устраивает, мне все нравится. Оценка 5 из 5. Упаковочки новые, оценочка тоже 5 из 5, очень вкусно, очень красиво и очень прикольно. На этом, в принципе, можно заканчивать, но покажу, в принципе, обзор на вторую упаковочку Lay's, тоже с красной икрой, который... Вот такая вот упаковочка была, на нее, кстати, можно сделать переобзор, превьюшка не хреновая немножечко, но, в принципе, вот он, обзорчик будет перекрыт, так скажем. Название, превьюшка, в интернете также... Видео можно найти. Ну да, вот, пожалуйста. Кому будет интересно,
Кто-то зайдет, посмотрит. На этом все. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте ваши лайки. Подписывайтесь на мой канал. Всем удачи, до скорых встреч. И всем пока. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning.